Опомнился через месяц. Еще в середине марта двое мужчин распивали спиртные напитки на рабочем месте. Между ними возник конфликт. И вот спустя месяц после драки один из них с многочисленными переломами лицевых костей обратился в полицию. Что именно поделили, не знаю, но произошел конфликт, в результате которого гражданин М нанес заявителю телесные повреждения. Он стукнул по лицу, в общем. Жертвой ревности стал саровчанин на прошлой неделе. Женщина приревновала мужа к своей младшей сестре и ударила его ножом в бедро. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 115. На дорогах за минувшую неделю произошло 11 ДТП, в двух пострадали люди. В ночь с 22 на 23 апреля на 11-м километре автодороги КПП номер 5 несовершеннолетний водитель превысил скорость и на повороте не справился с управлением. Машина вылетела за пределы проезжей части, въехала в стоящее дерево и опрокинулась на бок. В автомобиле находился еще один несовершеннолетний. Он получил ушибы грудной клетки и был госпитализирован в травматологическое отделение. Собственница транспортного средства, мама этого молодого человека, она утверждает, что ключи находились в доступном месте, ну, как обычно, хранятся дома. Она просила принести его вещи из салона автомашины. Больше она за ним не следила, легли спать. А вот когда утром ей позвонили, она узнала. Протокол на нем составлен и направлено в комиссию. И уже комиссия по делам несовершеннолетних будет принимать соответствующее решение о наложении на него административного штрафа. На улице Зернова женщина на Мазде сбила ребенка, который выбежал на дорогу во дворе из-за припаркованного автомобиля. В результате ДТП мальчик получил сотрясение головного мозга. Ирина Вышегородцева, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.